К счастью для Леонардо, герцог Миланский увлекался музыкой. Каждый год он проводил музыкальные конкурсы, попасть на которые стремились лучшие музыканты Италии. Леонардо, постоянно упражнявшийся в музицировании и пении на пару со своим приятелем Аталанто, имел все шансы на победу. Он просто обязан был победить на конкурсе. Видимо, как раз в тот период Леонардо написал портрет Аталанто, получивший также название музыканта. Это одно из немногих произведений портретного жанра, принадлежащих его кисти. Впервые картина была упомянута в 1686 году, как работа художника Луини Бернардини, который писал в стиле, близком к стилю Леонардо да Винчи. Как и многие другие его картины, портрет музыканта был передан в Амбразианскую библиотеку кардиналом Федерико Баромео. Только во время реставрации стало ясно, что портрет музыканта был написан Леонардо да Винчи. Предположительно, художнику помогал его ученик Бартолафио или де Пребис. На картине изображен молодой человек с вьющимися волосами длиной до плеч. Длинными, тонкими, изящными пальцами правой руки он держит нотный лист. На голове у него маленькая красная шапочка. Существуют некоторые разногласия по поводу того, кто изображен на картине Леонардо да Винчи «Портрет музыканта». Оригами портрет музыканта иллюстрирован текстом и нотами. Из-за плохого состояния нижней части картины она сохранилась частично. Однако некоторые ученые все же разобрали их и предполагают, что надпись может означать либо ангельскую песнь, либо ангельский певец. Это зависит от того, на каком языке написаны буквы – латинском или итальянском. Ученые также предполагают, что ноты портрета музыканта записаны мензуральной нотацией 13-17 века в Западной Европе, которая использовалась для записи вокального многоголосия или для написания новой мерной полифонической музыки. В переводе с латинского – размеренная музыка или размеренная песня. Картина написана маслом. Очевидно, Леонардо да Винчи интересовало только лицо, остальная часть картины не была завершена. На холст был нанесен небольшой слой масла, но в некоторых местах тени получились резкими. Фон портрета был выкрашен в глубокий черный цвет, а халаты молодого человека почти не отличались от его халатов. Только плащ окрашен мазками коричневого, иногда оранжевого цвета с оттенками горчицы, оливы и хог. На голове накидка цвета яркого шрама с оттенками оранжевого. Некоторые акценты расставлены Леонардо да Винчи в портрете музыканта. Ослепительно белый цвет, вертикальная беловатая рубашка почти незаметна на фоне камзола на груди, молочно-белый лист с заметкой. В работе «Портрет музыканта» лицо мужчины написано в теплых оттенках коричневого золота. Присутствуют бледно-розовые телесные тона. В его моделировании чувствуется тщательность и большая тонкость. Особенно это касается света, падающего под определенным углом на лицо музыканта. Его лицо полно достоинства и спокойствия. Его тело и голова повернуты в одном направлении на 3/4 пути вверх.
Его собранное мысленное выражение застыло за пределами человеческого понимания, а губы сложены, как будто молодой человек готовится что-то спеть или уже поет. Лицо мужчины в портрете музыканта очень похоже на лицо ангела из «Мадонны со скал». Вполне возможно, что Леонардо да Винчи воспользовался возможностью, чтобы человек, воплощающий его идеал красоты, привлек его к себе. Интересный факт. В 1496 году Леонардо да Винчи встретил Луку Пачоли, самого известного математика своего времени, примерно в том же возрасте. Он был приглашен в университет Пави профессором Лодовико Моло. Лука Пачоли – францисканский монах, выпустил свою знаменитую энциклопедию по математике – арифметика, геометрия, пропорции, суммы пропорций. Леонардо да Винчи в то время очень увлекался математикой, и его знакомство с ученым вскоре переросло в тесное сотрудничество, и они стали друзьями. Лука Пачоли из Милана и Леонардо да Винчи сотрудничали в работе над тезисом о божественной пропорции. Идея написания золотого правила, которому должны следовать все предметы на Земле, претендующие на красоту, подтвержденная самим Пачоли, принадлежит самому Леонардо да Винчи. Но вот что интересно. В XVI веке неизвестный художник написал портрет Луки Пачоли. Всего лишь юношу за спиной монаха, похожие вьющиеся волосы, скулы, губы и подбородок, как бы обращенные к зрителю. Те же полоски белого цвета и рубашка, выглядывающая из-под резца. Почему такое сходство и связь между двумя картинами неизвестного художника «Портрет Луки Пачоли» и Леонардо да Винчи «Портрет музыканта» до сих пор остается загадкой.